Боевые действия на Украине могут закончиться в течение пары месяцев, если Запад перестанет давать Киеву оружие, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами мировых информагентств в Петербурге. Рассказал президент и о возможных переговорах с Украиной. Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, ну, максимум трех месяцев. А сегодня как договариваться? Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить. Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что приходит полномочия к парламенту, да, и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Выборы президента не проводятся. Но там же не написано, что они пролонгируются. И с кем подписывать договор. Значит, но это тем не менее, все можно решить, обо всем можно договориться. Там полнота власти, если переходит к спикеру парламента, значит, было бы желание подписывать договор. Президент призвал Запад не мешать возможному мирному процессу по Украине. Москва заинтересована в нейтральном статусе Киева. Не вступление его ни в какие военные блоки, а также ограничение количества вооружений ВСУ, подчеркнул Путин. Кроме того, президент разъяснил, что значит денацификация. Это запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне. Путин также призвал не доводить ситуацию даже до угрозы использования ядерного оружия. Москву постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой. Но это не так, сказал глава государства. Однако в случае какой-либо угрозы Россия применит необходимые средства для самообороны, согласно ядерной доктрине, указал Путин. ВСУ несколько раз пытались атаковать черноморские газопроводы, турецкие и голубой потоки. Российские корабли, которые охраняют эти маршруты, регулярно подвергаются нападению со стороны Украины, сказал Путин. Президент также рассказал о соотношении безвозвратных потерь России и Украины, они составляют примерно 1:5. По его словам, у Киева в плену почти 1400 российских военных, у России около 6500 пленных украинцев. У Москвы нет планов нападать на страны НАТО. Подобные заявления Путин назвал чушью и бредом.